Здравствуйте, друзья, мы ведем репортаж со стройки. Мне говорят, что-то давно не было репортажей. Ну, потому что особо ничего так не происходит. Ну, по чуть-чуть. Вот вы видите, над дверками появилась такая закрывающая крышечка. Вот тут. Ну, по-моему, симпатичнее стало. Я не знаю, лучше, чем когда рельсы и колесики там. Вот. Дальше идет неспешно покраска таких панелей, которые будут стоять в шкафчиках. Значит, вы смотрите. Вот тоже. Вот идут эти панели. Вот они стоят со всех сторон. Вот так же, как зеркала. Вы видите, такими они панельками, да? Вот то же самое дверки, которые будут вот здесь в шкафу, будут тоже панельками. Только не зеркальными, а вот этими. Вот этими панельками. Вот они стоят там еще недокрашенные. Несколько штучек осталось. Вот когда их докрасят, вот они будут тут... В общем, создавать красоту. Установили у нас тут кондиционер. Вот. Там, наверное, подкрасить еще немножко надо. Так, окей. Кондиционер установили. Тут у нас что? Тут у нас установили туалет. Вы видите, там еще вот шкафчик тоже будет такой. Он пока так стоит. Незавершенный. Здесь более-менее мы видим, более-менее, только свет надо поставить, вот это хозяйство. Здесь поставили кусок стекла, это стекло, такое наш tempered glass, это довольно дорогая штука на самом деле. Его подкрасили снизу, чтобы он был вот такого оттенка, чтобы он не был такого цвета изначально. В общем, вот так это выглядит. Видите, здесь вот если оттянуть, то вот такой цвет будет, когда пленочка отойдет. Собственно, вот как это, как вот эта колонна. Ну и более-менее здесь все доделали. То есть, можно сказать, практически все, кроме двери, которая здесь еще станет, стеклянная дверь будет. Ну вот, собственно, и все. Ничего новенького так особо нет. Мы движемся сейчас очень неспешно по остаточному, можно сказать, принципу. Вот. Ручки поставили на эти двери. То есть сначала поставили одну ручку, потом поставили вторую ручку. Решили, что с двумя ручками это лучше. Так, вот и здесь тоже. Вот видите, только две этих ручки. Вот, короче, совсем немножко осталось, но вот сейчас утро, а никого нету. Потому что все уперлось вот в парня, который занимается покраской. Потому что как только он докрасит, можно будет шкафчик устанавливать и там другими делами заниматься дальше. Вот примерно так.